Американская джазовая певица Майя Азусена стала известна после своего дебютного альбома под названием «Майя's Who». В 2003 году автор и исполнительница своих песен в стиле джаз, соул, R&B и хип-хоп, она покорила миллионы сердец своим необыкновенно проницательным и глубоким голосом. Кроме творческой деятельности, Майя занимается и благотворительностью. Также певица сотрудничает с Госдепартаментом США и является культурным послом Нью-Йорка. К сожалению, в России Майя не очень известна, но за рубежом ее альбомы занимают высокие позиции в различных чартах, а синглы врываются в топы большинства западных радиостанций. Совсем скоро Майя Азусена посетит наш город с двумя концертами. На одной сцене с американской соул-исполнительницей выступит и знаменитая рязанская группа «Филинс». И сегодня в студии телекомпании «Город» ее руководитель Геннадий Филин. Здравствуйте, в эфире телекомпании «Город», программа «7 минут». Сегодня у нас в гостях Геннадий Филин, руководитель группы «Филин». Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Вот в середине сентября Рязань посетит американская джазовая певица Майя Азусена, и вы вместе с ней разделите сцену. Расскажите о своих впечатлениях и вообще о предстоящей работе. А с чего только начать? Ну, давайте, наверное, начнем с того, как вообще появилась такая возможность пригласить певицу к нам в Рязань. Возможность появилась очень интересно. Нам просто позвонили из посольства, из американского. Хоть сейчас в это сложное время это многих пугает, но есть просто культура, есть просто музыка, есть культурный процесс, который, в общем-то, нашу жизнь определяют. И, наверное, сейчас они являются, наверное, все-таки главным в нашей жизни. Вот позвонили из посольства и предложили сделать концерт с американской певицей Майей Азусеной. Вот, в Москве ей занимается Олег Бутман, это брат Игоря Бутмана. Она выступает с его квартетом, а здесь отрекомендовали нас как музыкальный коллектив и вообще творческий центр, который способен сделать это на высшем уровне, что мы и постараемся сделать. Геннадий, вот Майя уже приезжала в Россию, ведет ли она здесь какую-то деятельность? Ну, назвать это деятельностью, я не знаю, как это правильно назвать. То есть, у нее были концерты в России, точно знаю, в клубе Игоря Бутмана в Москве. А вообще, она очень обширную деятельность ведет, и музыкальную, и как общественный деятель. Она создает разнообразные благотворительные проекты по всему миру причем. И я вот так вот, поизучав информацию о ней, я понял, что она из тех людей, которые знают, что под лежащий камень вода не течет, и делает очень много зависящего только от нее. Она получает гранты, мало того, что она как певица продвигается и на MTV, и на телевидении, и на сцене. Вот. Она еще делает, вот, повторяюсь, большую очень общественную работу. Она является культурным послом Нью-Йорка. Как будет реализовываться процесс ваших репетиций? Как задолго до концерта она приедет к нам? Да, это многих интересует. То есть меня спрашивают, а как же вообще это так происходит, да, что приезжает исполнитель из другой части света? Вот. Ну, в мире профессиональной музыки это делается так. То есть музыканты договариваются о репертуаре, обсуждают его заранее. То есть в данном случае будет в основном это будут знаменитые джазовые хиты. Вот. Она сделала свое предложение, несколько композиций, ну, штук 6-7 будет этих джазовых хитов всемирно известных. Вот. Сразу скажу, правда, процентов 60 мы не играли, поэтому мы их будем вот сейчас в данный момент репетируем. Несколько песен я сам отбираю, это песни из ее уже репертуара, из ее альбомов,
Они в стиле соул, в стиле R&B. Ну, ближе к соулу, потому что для нас, для группы Feelings, мы долгое время такую музыку, в общем-то, играли, и нравилось нам это делать. И в данном случае это такая наша тема получается. Поэтому мы беремся. Парочка моих композиций. И обычно я стараюсь в программу всегда ставить одну, две, три мелодии Есенина, то есть есенинскую тему, так для того, чтобы она, как бы это наша родная, корневая, рязанская, российская тема интегрировалась в мировую культуру, чтобы Есенина и в данном случае музыку знали не только наши русские представители, там, допустим, за рубежом, да, но и представители других совершенно национальностей, культуры, это очень важно. В марте месяце был Стефорд Хантер, тромбонист из оркестра Дюка Эллингтона, и в этот раз он тоже будет принимать участие в концерте. И мы делали вот «Клен ты мой опавший» и «Над окошком месяца» в исполнении вот чернокожего тромбониста. Это очень интересно. И в данном случае мы тоже сделаем какой-то эксперимент. Я пока не буду говорить, но что-то мы сделаем обязательно. То есть будут некие сюрпризы? Ну да. То есть, вот вы сказали, что вот было выступление, да, вот прям пару секунд назад. Вот как говорится, в зал зашло вот это? Оценили рязанцы? Да, это фишка, это на самом деле уникально, потому что я могу с точностью сказать, что никто еще этого не делал, да? Так вот, чтобы действительно, как в нашем случае, чернокожий музыкант играл Есенина. Этого еще не было. И у нас удалось-то что сделать? Мы создали проект «Есенин джаз», немножко отклоняясь, но это очень важно, потому что здесь его будет тоже частичка. Есть такое понятие «джазовые стандарты», то, что исполняет джазовый музыкант во всем мире. Это, как правило, американские мелодии известные. И на них все импровизируют. Джаз – это импровизация. А мы сделали так, что есенинские мелодии стали вот джазовыми темами для прекрасных импровизаций. И это оценено уже очень многими известными музыкантами. Ну, то есть вы уже не в первый раз будете выступать на одной сцене с иностранными исполнителями. С кем вам еще удалось? Да, конечно. Мы выступали, например, в Бельгии. У нас был концерт с Франком Вагане. Это саксофонист, лидер европейского джаза, руководитель эстрадно-симфонического оркестра Брюсселя. Очень был хороший концерт, и когда мы репетировали, он тоже из всего того, что мы пробегали на репетиции перед концертом, он клюнул именно на мелодию «Отговорила роща золотая». Его так это заинтересовало, потому что очень сильно отличается мелодика, выразительность и глубина вот от того, что обычно делается на джазовых концертах. Ну, давайте все-таки вернемся к Майе. Это сейчас нам более близкая тема. А на каких площадках планируется выступать? Будет два концерта. Первый концерт будет в кафе «Фонтан». Это в понедельник, 15 числа в 19:00. Ну, мы сознательно, естественно, ставим первый концерт на клубной сцене. Там мы, как говорится, в бою притрем все шестеренки нашего совместного механизма. Вот. И второй концерт уже будет в филармонии, в концертном зале филармонии нашей во вторник, 16 сентября в 19:00. Было пожелание сразу с американской стороны, чтобы это была лучшая площадка, концертная площадка нашего города по уровню для этой певицы. Вот. Поэтому второй концерт в филармонии. Ну, что тут еще скажешь? Ну, Геннадий, если вам есть что добавить, может быть, пригласить рязанцев на концерт? Да, я, конечно, с огромным удовольствием приглашаю рязанцев на наш концерт. Ну, это выдающееся событие для нашего города, и для группы Feelings, и для культуры нашей, и российской, и американской. Потому что это такое, знаете, вот, действительно, наш слоган, логотип «Музыка, объединяющая мир», и вот он в действии, он себя оправдывает. Тем более, в этот раз будет два музыканта очень известных. Второй вот, Стефорд Хантер, как я уже сказал, тромбонист из всемирно известного оркестра Дюка Эллингтона. Ну, есть о чем говорить, есть что слушать. Приходите обязательно посмотреть. Спасибо большое. Геннадий Филин был у нас в гостях. Это была программа «7 минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего вам самого лучшего. До свидания.